Привет, друзья! Выбираемся иногда на пикничок спонтанно. Вот такая у нас сумка. Всегда приготовлена там мангал, ну, решетка и все такое для шашлыка. Сейчас хочу показать небольшой лайфхак с дешевым мангалом, который продается везде. Дешевый, который не толстое железо, а тонкое, ну, за 200 рублей, который почти одноразовый, все считают. Сейчас я вам покажу, что сделать, чтобы он не разваливался. Все знают, как он выглядит. Вот так у нас он в коробке сразу, да, как купили, в пакет, вот мы его так упаковываем. Где-то в магните брали, вот такой вот, видите, из тонкого железа. Ну, его деформируют, как бы бюджетный вариант, как бы ненадежное у него крепление здесь. Сгибать вот эти вот застежки надо, скреплять. И он шатается весь и разваливается в процессе жарки у многих. Ну, вот сейчас покажу лайфхак, буквально 100 рублей добавлю к этому всему. Вот, смотрите, заготовил вот такие барашки и винтики. И сейчас вот вы увидите, как это все на винтике, на барашке легко и понятно. Его крепко можно будет скрутить, ну, собрать. Ну, взял вот такие винтики под отвертку, шестерка. Вот сюда просто вставляется в эти же отверстия и барашками скрепляется. Сейчас вот я соберу, увидите, как нормальная тема такая. Ну, выбрасывать-то и такой одноразовый-то и не стоит теперь, получается. Вот, в те же самые стандартные отверстия все дело складывается, собирается. Вот видите, совпадают эти отверстия. Сдвинуть можно. Так, раз. Ну, по всем краям собирать. Ну, закрутить и все, и сейчас увидите. Можно, конечно, и вот такие вот под болты. Это под винты, винтики под отвертку. Ну, вот так вот, не спеша, аккуратненько все это делается. Барашками наружу я вот делаю. Ну, так, наверное, будет лучше. В коробочку заранее приготовил все. Коробочка носится с собой, чтобы не растерять. Ну, если вы люди аккуратные, там, если кто-то аккуратный, то он не растеряет. Это дело. Чуть подольше, конечно, но надежнее и крепче. Так, ну вот смотрите, ребята, вот так он выглядит, достаточно плотно теперь, крепко. Вот здесь не хватило, я маханулся, значит. Ну смотрите, здесь по 4 на каждую сторону. Как так я вот пропустил эти? Ну это ладно, смысл понятен. Снимаем тоже спонтанно, контент непрофессиональный, если что, это вам не телевизор. Просто хотим быть полезны, подсказки кое-какие даем. Вот несложно догадаться, но может быть кто-то не догадывается. Вот такой вариант мангала. Имейте в виду. Вот он крепкий. Потому что мы на эти застежки, когда собирали, он вот так вот шатался у нас весь. И проваливалось все, разваливалось. А сейчас, смотрите, крепенько воткнули. Вот так вот и все. И как бюджетный вариант, это, ну, живет до сих пор. Можно было бы выбросить на помойку консервная банка. Есть, конечно, круче разные мангалы там супер раскладные, но они от 2 рублей сейчас стоят, а этот 200 рублей стоит. Сейчас увидите, как все в процессе пожарилось.
Вот, друзья, вы видите, собственно говоря, как все это дело горит в мангале. Приготовили шашлычок. Вот не стали процесс приготовления снимать. Как бы всем и так понятно. Вот, сейчас подготовили синенький баклажанчик. Так вот его специями. Ну, просто разбросали. Он тут съехал чуть-чуть, ну ничего страшного. Сейчас вот прогорит вот это вот все дело. Ну, в угли превратится, всем понятно. И подгрилим это все дело. А потом покажу, как это дело, ну, разбирается. В общем-то, разбирается это дело вполне понятно, в обратном порядке. Чтобы вы не сомневались, что еще и разобрать невозможно. А то появятся тут комментаторы 100%. А как разобрать? Да вот сейчас и увидим, как разобрать. Смотрим дальше. Друзья, ну вот сейчас покажу. В общем-то, мы уже пожарили шашлык. Покажу, как разобрать этот. Как он разбирается, легко или тяжело. Здесь специальное место. Вот я его отодвинул. Видите, он крепенький такой. Вот так вот все высыпается сюда. Вот. Вот сейчас он чуть-чуть подостынет. В общем-то. И можно открутить и разобрать элементарно. Да и они даже не горячие, в общем. Смотрите, вот. Вот так откручивается все дело. Моментально остыл. Ну, все это дело собирается обратно в коробочку, конечно же. Ну, надо с собой иметь ее. Ну, как прилагательное приложение для мангала, в общем-то. Вот, собственно говоря, он так вот разбирается. Все, он уже не горячий. Вот, в коробочку, в шкатулку все. Вот, следующее. И так вот все. Вот. Зато он устойчивый, зато он крепкий. И самое главное, бюджетный вариант. Вот, видите. Здесь вот я отсоединил уже. Сейчас вот ножку я просто уберу. Эта ножка держится. Это тот мангал, еще раз повторяюсь, который за 200 рублей. В магнитах там, ну, не совсем прямо одноразовый, такой полуодноразовый, вот опять же повторяюсь, вот на вот этих вот зацепках или как загибах, он не держался. Такой вот небольшой, вот небольшая подсказочка, опять же на канале как бы видео, ну, с полезной для пользы, чтобы кому-то что-то подсказать, может не догадывается, может еще интересно посмотреть, а как это может быть, вот пожалуйста. Такой канал, где есть моменты, в котором отображается бытовуха, так скажем, вот такая вот. В данном случае пикник на обочине. Если интересно, подписывайтесь, конечно. Если не интересно, то ну, не надо. И еще раз повторяюсь, это самодельный контент, самодельное видео, без супер-пупер оборудования. То есть мы не разноцветные блогеры, там, я не разноцветный блогер, барыга, который вы любите смотреть рекламку, да, там. Всякую, и восхищаться вот этими нативной рекламой от разноцветных успешных блогеров, типа у них, ой, у них классно. Ну, кто в теме, тот понимает, что есть нормальные видосы, как мои, а есть чисто коммерческие, которые вот people have it, так скажем. Вам они ничего не покажут, там, или если что-то покажут, то оно наиграно и подготовлено все постановочно, а здесь спонтанно все показывается, снято, как ну, живьем, по-настоящему. Также и про инструменты на канале. Так что тем, кому интересно прикладное и практическое, они, конечно же, подписываются. А те, кто в поисках какого-то шоу, там, развлечения, там, тупых видео, там, они, конечно, скажут, ой, что это такое? Да ничего, не для тебя. А тем, кому нравится, добро пожаловать, оставайтесь со мной. Вот, смотрите, разобрал в итоге, да? Ну, естественно, руки отсаживаются, пачкаются. С собой надо иметь водичку, тряпочку. Это все имеется. Я сумку вначале показал, там все есть в этой сумке. В итоге вот так складывается все. Раз. Вот это дело тоже складывается. Вот так. Сюда. Все. Все вместе. Вот. Вот как раз тряпочку взял, вытер руки. Там сейчас полью водичкой, да и все. И вот это вот сюда вот. Ну, типа, как это, ну, знаете, что, нищебродский вариант, но зато живой и годный, вот. Мы там не фанаты шашлыка, супер-пупер, там, гриля. Вот будет у нас частный дом, мы, конечно, обзаведемся нормальным грилем, который сварной, там, кованый. А это такой походный вариант, вот раз,
Вот так вот, все. Бюджетный все. Сюда вот складываем. Кстати, щеточка вот есть такая, которая вот мы чистим после обжарки, вот после приготовления вот такой корщеткой. Чистим решеточку. Вот так выхожу. Раз, раз, раз. Все, вот она. Она уже блестящая, смотрите. Вот. Раз, все. Обожжено было на огне заранее. Вот, лошановскую сумку. Все по-нашему. Все бюджетно. Ну и вот это вот тоже сюда складывается. Тряпочкой. И водичкой заливается вот это дело. Здесь специальное место. Вот, взяли, залили, все, потушили. Не загорится теперь. Кому понравилось видео, оставайтесь со мной, ставьте лайк или дизлайк. И до новых встреч.